Компания «Электромотор» предлагает вашему вниманию картофелесажалка для мотоблока «Беларусь-09М». Изготовитель «Сморгонский агрегатный завод» «Белоруссия». Предназначена для механизированной высадки клубней картофеля в подготовленную почву на ровной поверхности или с предварительно нарезанными гребнями. Тип высаживающего механизма – элеваторный. Тип бороздодела – килевой. Тип окучника – дисковый. Регулируемый угол атаки при посадке, а также расстояние между дисками. Диаметр высаживаемых клубней – до 6 см. Приходите в компанию «Электромотор» и покупайте продукцию. Контактный телефон 5 300 38.